Вас приветствует Алена Ариес. Не ждете, а примчится. Посмотрим, кто или что примчится к вам. Кого или чего не ждете. А на моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. Итак, девочки, примчится кто-то из прошлого. Встреча будет очень приятная, поэтому это какой-то знакомый или знакомая именно из прошлого. Да, вы не ждете этой встречи, это будет случайная встреча, не запланированная, не неожиданная даже. Вот, скорее всего, смотрите, это мужчина или женщина, пока не поняла, кто, с которым или с которой вы знакомы с детства или дружили с детства. Мужчина все-таки. Мужчина, кстати, мужчина немножечко помладше вас. Вот, и сейчас на данный момент он за вами следит и скоро появится. Появится в ближайшие 6 дней. Вот, и появится, честно говоря, с серьезными намерениями. Да, с которым вы в детстве, либо с детства знаете, да, этого мужчину. Может быть, дружили или знакомый ваш с детства. Либо с которым вместе учились.